Слышь меня, значит так, берешь на Ладожскую, а нам заберет за другой объект. Поехали. Миш, прикроешь меня? Без поддержки, без пулемета. Моего брата убили. И что? У него тоже брата убили. Солдат должен беспрекословно слушаться приказов. Потому что он несет ответственность не только за себя, а за весь отряд. Этого награждан. В армии своих мудаков хватает. У вас 10 минут собрать барахло. Дурь сжечь. Вольно. Разойдись. Брат!
конечно, я прекрасно понимаю. Я это все не для себя продаю. Проект, эти деньги, не люди. Все для простых людей, для народа. Конечно. Я подожду. Хорошо. Ваня! Твою мать, куда ты этого гондона пропускаешь? Сколько раз тебе говорить? Подрезай под низ, этот пидорас никуда не делится. Подрезай. Подрезай. Вот так. Ты что сегодня с тобой так? Ты чем разговариваешь? Ты этого козла давай подожми. Подрезай. Извини, ага. Ну и давай, без демагогии. Может, простой народ ждет от нас помощи, поддержки. Мы все должны сделать. Ты меня приведи, себя сегодня хочешь. Твою мать, подрезай, я сказал. Не пропускай. Подрезай, твою мать, не пропускай. Это моя тактика. А я ничего. Ты, козел, ну-ка иди сюда! Ну-ка документы и фамилию быстро свою! Я встань, я сам разберусь! Чё такой борзый-то? Страховка хорошая. У меня-то? Сила душ покруче твоей, ну? Ну, видел. И чё? Я не знаю чё. Может, автограф тебя взять? Или на землю пасть поклоны класть? Ты шутишь, да, козел? Ты шутишь? Я тебя заставлю мне новую машину купить, ты понял? Ладно, чё вы? А чё? Чё? Не умеешь рулить? Чё за руль-то садишься? Не умеешь не садись. Вы же сами. Что сами? Я тебе сказал, не умеешь не садись. Ты что тебе? Дуйся, слуга народа. Ну чё? Царапинка, соплей-то. Куришь? Ну начальник тебя мудак, понятно. Самому мудаком зачем становиться? ПДД не для тебя писано? С тех пор, как мигалку с сирены сняли, громче любой сирены стал орать. В чем здесь ПДД? Здесь по закону физики не знаешь, как ездить. Ну что, разберешься? Ага. Я погнал. Береги начальство. Нам без него никак. Кто за нас думать-то будет? Я тебя из-под земли достану. Ты понял меня? Я тебе... Ты кто такой? Зорро я. Зорро. Ты... Ты что стоишь-то? Ты где был? Ты что? Ты не видел сам, что ты сделал? Ты быстро за руль поехал! Здорово, корова! Здорово. Ну-ка дай гляну. Отбился, смотрю, на харчах армейских. На себя посмотри. Это я еще не диете. Пойдем. Пойдем. Опа! Пойдем, покажу пойдем. Ну что, как дела? Ничего, нормально. В прошлом году капитана дали. Работа херовая, конечно, но веселая. Ну что, Зорро не треплет-то? Мне 193 сдержания уже. Когда за 200 перевалит, всему отделу составляться придется. Я поэтому сейчас со страшной силой отработаю, конечно. Всем проставится ни денег не хватит, ни печени. Ты знаешь, чем я. Ты-то как, брателло? Да нормально. Служу. Нормально? Ну, служи. Батя как? Солитует? Я злился у него первое время, а сейчас ничего вроде. Мне и здесь хорошо. Даже скучать по нему начал. Че, убили батя? Убили капитана 2 месяца назад. Снайпер сделал. Тебя надолго отпустили? 2 недели. В ресторан не хочешь, завезу тебя покушать? Да не надо, Сережа. Зачем? Поехали, приехали уже почти. Ну, зонтик тебе поставлю. Это армия, сынок, это армия.
боись, с проверкой просто покушать. Не против? Дело в том, что мы очень рады вас видеть. Какой столик закажете? Да вот это по центру. И выпить нам принеси по-быстрому. Еще за курятник. А хозяин ресторана уголовное дело заведено. В Америке развернуться не дали, я поставил все пару. Казино открыл покойно. По городу гулять не может поймать. Коррупция, короче. Нам по гранцам проще. Ну не скажи. Среди ментов тоже мудаков достаточно. Давай за встречу. Недавно двое напились, давай стрелять друг друга. Мы сидим с тобой чинно-блинно, гуляем, культурно сидим. А могли бы? Хорош, Серег, спрячь. Сам спрячь, я тоже. Что задумал? Как там вашего Бандераса зовут, я забыл. Жалопага, Галапага, Галапага. Черепаха поехала. Это его за что? За скорость? За сообразительность так прозвали? А? Я не понимаю. Не понимаешь, о ком вы говорите? Не понимаешь? Ну такой-то он. Среднего роста такой, двухметровый, такой лысый. Лицо такое одухотворенное, как у Коли Валуев. Коля Валуев такой, мордастый. Все самому надо делать. Ну вот же, ты с кем не перепутаешь. Рахор. Че он лопочет? Переводи. Господин говорит, что если вы не уберете пистолет, они вынуждены будут вас убить. Передай этому пистолету, чтобы все легли на пол, иначе огрой огонь. Дьявол серо. Сеньор. Эрлио серос. Вот такая вот примерно, братан, мать ее. Работа. А предупреждать не пробовал, братан? Вы, мать, нас вообще-то завалить могли. Прямо в ухо мне нахер. Нас и погранцами могли пристрелить, ты не жаловался. Да ну тебя в жопу, клоуном был. Клоуном остался. Да ладно, расслабься. Через 5 минут группа захват прибудет. А сразу нельзя было подождать? Да ну к черту. Сначала будешь на фиксора, потом переговоры идут 3 часа. А так дешево и сердито. Класс. Да, лысый? Когда все закончилось, приехал к кинохронике. Весело отпуск начался, брат. О, Сань, здорово. Ты что ли? Да нет, Пушкин, блин. Все, пацаны, расслабьте. Здорово, Серега. А этого быка увезти? Это кто? Брательник. Похоже. Здорово. Алексей. Очень приятно. Ну слушай, вы тут нормально погуляли. А это что? Казино проиграли. Считаешь, Саня? Ничего там. 5 теплых, 6 жмуров. 193 плюс 6. 199. И что? То есть не представляешь, ёбать. Сань, все бумазей без меня. Замажешь, ладно? Не вопрос. Ко мне брательник приехал. Давай. А где Светка? А бог ее знает. Только она теперь не Светка, а Эмма. Вернулся! Здорово! Такая большая стала уже. Я в отпуск. Не уволился, что ли? Да нет. Ну и дурень, да. Так со старшим разговариваю, зелень. Ладно уж, старики-разбойники, воспитывать надо было, когда вперёд лавки кладут. А теперь уже поздно. Понял, да? Согласен. Серьезно. Ой, ладно, ребят. Я в Вовчике. Забилась на Фаню колбасить. Мне идти надо. Меня люди ждут. Чего? Потом... Брат, переведи, а. Да, игры компьютерные. Пойдем. По 50. На кухонку. Встал, наверное? Слушай, ты, прежде чем на пули лезть-то, о сеструхе подумал бы, брат. Реально. Блин, точняк. Надо было пивка и взять. Чего мы тормозили-то? Иди. Эти братала на самом деле завидую. Там все понятно. Тут свои, тут чужие. Чужих мочим, своих защищаем.
А что, давай к нам. Хорошо, попросим, возьмем. А город я на кого оставлю? Не, со мной это бардак, а везня вообще. Извини, я же забыл, тут же все на тебе держится. Держишь тут, братан, все на соплях. Объект прибыл, приготовьтесь. Вас понял. Карлович, какая встреча? Вы позволите? Снайперу своему скажите, что проверил на 2 этажа выше. Пожалуйста. Проверьте помещение на 2 этажа выше. Вас убивать я не стану. Я хочу, чтобы вы передали Савелию Андреевичу, что я в нем разочарован, если он не прекратит меня преследовать. Я обижусь. Хотя я лучше ему сам позвоню. Встал. Встаньте. Мы настолько близки, что вы можете класть мне руку на плечо. Молодой человек, я настоятельно рекомендую не тыкать малознакомым людям. Это невежливо. Не стреляй! Не стреляйте! Савелий Андреевич, ну что, проснулся? На вот. Поправься. А вы как? Что как? Попал ты сюда? Ну, брат. Полковнику МВД многие двери открыты. Мне вчера рассказали, как вы с братом мексиканцев шороху навели. Что, теперь у Сереги проблемы будут? Я же говорю, рассказали. Они доложили. Проблему утрясем. А ему передай, если и дальше будет Зора играться, то сколопочет полное несоответствие со всеми вытекающими. А то и просто пулю. Да я передам. Толку-то что, что вы Серегу не знаете? Да знаю. Знаю. Ладно. Давай просыпайся, умывайся, похмеляйся. Ко мне поедем. Разговор к тебе будет. Проходи, Леша. Присаживайся. Ну что, давай сразу к делу. Хочу предложить тебе работу. Какую? Да такую же, как раньше. Людей убивать. А подробнее? Давай подробнее. Ну вот, чтобы далеко не ходить. Знакомый тебе гражданин Мексики Педро Блач. Торговля оружием, контрабанда, наркотики. На днях зарубил мачете собственную любовницу. Разонравилась, понимаешь? Так вот, в пищевой цепи нашего города, как бы тебе это объяснить? Ну, если на военное звание, то этот мех что-то вроде старшего сержанта. То есть не офицер даже. А вот этот маршал похлеще Суворова будет. А что у него с глазами? Альбинос. Его своим вампиром прозвали. И не только за внешность. Граф Дракула за свои 400 лет столько народу не положил, сколько этот за последний год. Вы хотите, чтобы я его убил? Ну, это было бы слишком самонадеянно с моей стороны. Вот тот, чью работу я тебе предлагаю. Чтоб ты не думал, что на гражданке легче работается.
Мне надо подумать, Савелий Андреевич. Подумай. Подумал? Подумал. Нет. Почему? Как-то мутно здесь все. Я воюю с конкретным врагом. Все эти люди – это гражданское население. Хорошее, плохое – это уже не важно. Я не вправе решать их судьбу. Другого я от тебя не ожидал. На вот, почитай. Это сводки. По городу за год. Убитые, раненые, пропавшие без вести. И это только верхушка айсберга. А сколько народу от той же наркоты загнулось. Это, Леш, любимое тобой гражданское население. На войну собрался. Так она здесь, вот она. И мы ее проигрываем. Но это же незаконно. Савелий Андреевич, без суда и следствия людей стрелять, ну? Чем мы тогда отличаемся от этих бандитов, понимаете? Наверное. Ладно, тогда забудь все, о чем мы здесь говорили. На вот. Охране на выходе покажешь. Вы уж извините, Савелий Андреевич. Ты извини. Забудь просто и все. Есть снайпер? Ясно. Что дальше? Сделай вот что. Сделай так, чтобы этого лутиноса, которого они вчера с братом взяли, образцово-показательно из тюрьмы выпустили. У парня обостренное чувство справедливости в жопе играет. Пусть посмотрит на торжество правосудия. Сам к нам запросится. А если не запросится? Будем валить. Слишком много я ему сегодня рассказал. О, братан. Здорово. Давай, накатим. Как дела? Нормально. Уволился с работы. Как обычно, в общем. А чё так? Да как ты так накатила? Дон Петро, помнишь вчерашнего? Отпустили этого говнюка. Оружие протокольное. Я ради чего работаю? Ради 19 тысяч, что ли? Да пошло на жопу тогда, это родное государство. Давай. Заяву только написал или уже успел подать? Успел. Уволен по собственному желанию в связи с тем, что я нахер никому не нужен на этой работе. Так и написал. Ясно. Ты куда? Да пойду покурю. Кури здесь. Кури здесь, что ты? Савелий Андреевич? Да, добрый вечер. Вы про Сергея знаете уже? Чего? А вы можете как-то повлиять, чтобы заявление забрали и не обижались на него? Не слышь, ни хера. Хорошо, ладно. Да-да, конечно. Он завтра придет и извинится, я с ним поговорю. Угу. И еще, Савелий Андреевич. Я согласен. Это уже было. Подожди. Включи ему обогреватель. Пусть погреется. Ронин Алексей Романович, я изучил ваше личное дело. Выглядит впечатляюще. Вы мне кажетесь вполне пригодным, чтобы самостоятельно заниматься разработкой операций. Как думаете, сможете? Не знаю.
стихи писали когда-нибудь? Ну, в школе. Очень плохие. Значит, что-то творческое у вас есть. Настоящая, хорошо исполненная операция – это ведь как поэзия. Алексей, теперь ваш позывной Слав. Бог с ним, с Бентли. Ты хоть, я не знаю, как-нибудь борща, что ли, мне заварила. Ну, хоть раз. Просто в качестве знака внимания. Какой борщ, какой Бентли? Ну, как какой? Серебристый, конечно. Или кроме меня тебе еще кто-то дарит машины класса люкс. Ты скажи, а что, я поменяю? На розовый какой-нибудь. Чек сохранился. Ну, ладно, я не про машину. Ты борщ варить умеешь? Нет. Только пиво.
Немка, что ли? Да, наполовину. Я Леша, кстати. Карина. Извини, сейчас. Да. А вы где? Я Нурлеева. От пистоля? Ясно, попутали декабристов. Я знаю, что недалеко. Да нет, я сам доберусь. Там кому надо, втык сделайте. Угу. Привет, привет. О, привет. Ну что, пошли? Пошли. Ой, здрасте. Это кто? Леша. Он мне Бентли подарил. Вау. Круто. Леша, пошли с нами тогда. Куда? Туда. Да? Пойдем. Ну, круто. Что надо? Я занят. В среду все базы вскрыл и перелопатил. Отправил снайпер с оцелотом. То есть, извините, то есть я вас. Да, компьютер навороченный себе справил. Акустика 9.1. Полный ништяк. Объект сейчас за компьютером в третьем окне слева. Фу, блин. Давай потом поговорим, а то сейчас меня убьют. Конечно, могу. Через полчаса нормально? Хорошо. Хорошо, давай. Вот так!
что это с вами? А? Извините. Да понравился. Красивое оружие. Все хорошо? Да, все хорошо. Ну это хорошо, когда все хорошо. Но не слишком ли, а? Как ее зовут? Кого? Ну, а впрочем, какая разница? Алексей, позвольте дать вам совет. Людям вроде нас не стоит связывать себя постоянными отношениями. Вы ставите под угрозу как себя, так и работу. А впрочем, и предмет ваших воздыханий тоже. А мне кажется, это мое личное дело. Я дал вам совет, вы пропустили его мимо ушей. Когда, используя вашу девушку, вас возьмут за жизненно важные органы, будьте любезны, вспомните меня добрым словом. Конечно, вспомню. Ну вот и прекрасно. Займемся делом. Я надеюсь, вы не из той когорты людей, которые считают Санкт-Петербург раем на земле, а Москву гиеной огненной с 9 кругами МКАДа. Да нет, красивый город. Но было во всяком случае. Я в школе ездил с классом нормально. Вот и отлично. Поезжайте завтра. Погуляйте, освоитесь. Извините, я по делу должен туда поехать по работе? Пока нет, но можете понадобиться. Да, и девушку возьмите с собой. В смысле девушку? А как же... Профессиональный долг, не смешивать профессию с личной жизнью. В чем подвох? Дольше пообщайтесь, быстрее надоест. Понял, есть. Шайсы. Ich verstehe Sie. Alles klar. Wir warten, bis er kommt. Bis dann. Здравствуйте. Говорите по-немецки? Иногда. А как с немецким у вас? Ну как у всех. Я Натюрлих, Хендехок, Дасиш, Фантастиш. Зря. Язык — это система кодировки любых человеческих коммуникаций. Всего, что нас окружает. Чем больше систем вы познаете, тем более объемной для вас будет картина мира. Это важно. Согласен, Юрий Карлович. Наша цель. Карл Поппер. Очень неприятный человек. Чем занимается? Это один из крупнейших специалистов по отмыванию денег в Центральной Европе. Через полчаса его самолет прилетает в Москву. Вечером он встречается с людьми вампира. Тот хочет заручиться его поддержкой и стать акционером крупного германского автоконцерна. Если это произойдет, обратно в страну деньги уже не вернуть. Ясно. То есть соберись вам вложить деньги в отечественный автопром, вы бы не стали ему перечь, да? Мы бы вручили ему медаль за отвагу. Все как обычно? Нет. Мы здесь просто поговорить с ним. И аргументированно убедить его в том, что с некоторыми клиентами лучше не иметь дел. Не понимаю, зачем нужен я? Из меня переговорщик, как из кочерги салфетка. Ну, когда разумные аргументы не работают, стоит воспользоваться кочергой. Привет. Это Людвиг Карлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с дороги пойду заселюсь. А давайте сходим куда-нибудь все вместе. Мне очень рекомендовали один клуб тут поблизости. А давайте. Конечно. Прекрасно. Ну что, закажешь что-нибудь покушать? Угу. Я пока полистаю. Приятного аппетита. Спасибо.
Ты будешь что-нибудь? Какой-нибудь коктейль. Мохито сделай. Вода без газа. А вы правда родом из Германии? Не совсем. Долго рассказывать. Впрочем, Россия и Германия чем-то очень похожи. Думаете? А мне кажется, наоборот, есть очевидная разница во внешности, например. На вас посмотришь типичный немец, на меня глянешь русский и русский. Ну, Германия тоже очень парадоксальная страна. С одной стороны, она подарила миру великих философов. Доктора Геббельса? Леша. А с другой стороны... Да, вы правы, Алексей. Вы знаете, глядя на немецких женщин, волей-неволей станешь философом. Но в сочетании с русскими корнями получается вот такое чудо, как Карина. До солнца. Но это вы зря. Немецкие женщины – это... Впрочем, о чем невозможно сказать, это лучше промолчать. Так давайте выпьем за немецких женщин с русскими корнями. За вас, Карина. Слушай, Карин, я пойду. Я сейчас отойду на секунду. Хорошо? Посидите пока, ладно? Извините. Карина, я вас тоже ненадолго оставлю. Надо поприветствовать одного человека. Каких-нибудь эксцессов. А с другой, никто нас не подслушает. Я всегда назначаю встречи в местах вроде этой. Вы знаете, зачем я здесь? Догадываюсь. Но несмотря на все мои симпатии, должен ответить вам отказом. Пипец тебе, мудила! Что такое? Снайперу. Как только я отойду, вы будете следующим. Ты, сука, даже не представляешь, чего мне стоит оставить тебя в живых. Зачем? Если ты дашь мне хоть малейший повод, если вампир проведет через тебя хоть цент своих денег, я буду рад этому так, как радовался только в детстве, когда нашел под елкой игрушечную железную дорогу. Я согласен! И не рассчитывай, что для тебя все закончится так же быстро и безболезненно, как для них. Я согласен! А шлёх!
отсюда. Что-то как-то народу много. А Людвиг не обидится? А он уже ждет нас на выходе. А. Кольцо хотел купить. Какой размер у девушки? Может быть, вот как мизинец. Или чуть поменьше. Хорошо, я вас поняла. Машине объект. Как слышно? Нет секунды. Сообщить по рации, чтоб преследовали вооруженные нарушители. Срочно! Какая рация? Ты чего, обалдел, что ли? Нас же заставят преследовать. Тебе это надо? Все, отдыхаем. Серега, а рация? Где рация? Везде! Быстро.
нынешнему расследованию появились новые факты, связанные с данным преступлением. Удалось снять на дорожную камеру участвовавшего в похищении депутата Анатолия Борисовича Барсукова. По сообщениям оставшегося в живых телохранителя, преступник ранен в руку. Другой информации пока. Привет. Привет. Как дела? Мы же с тобой 3 месяца вместе. Солнышко, здорово, давай отметим это. В ресторанчик куда-нибудь ходим. Я ни разу тебя не спрашивал, чем ты занимаешься. Котенок, мы же договорились не говорить об этом. Расскажи мне, чем ты занимаешься. Пожалуйста. Котенок. Солнышко. Я хочу, чтобы ты забрал вещи и ушел. Котенок, почему? Подожди. Ну что ты, милая? Подожди. Солнце. Я никому не расскажу. Котенок, почему? Что? Никому не расскажу, честное слово, клянусь. Леша, я не могу. Я не могу с тобой жить дальше. Почему? Просто не могу. Почему? Леша, ты что, не понимаешь, ты убиваешь живых людей? Они бандиты. Леша. Они бандиты. Они люди. Они жили, они росли, они мечтали. Они любили кого-то. Кто ты такой, чтобы решать, жить им или нет? Красивый галстук. Благодарю вас. Полгода назад был в Испании. Зашел в музей Инквизиции. Посмотреть на орудия пыток. Ну, по работе, конечно. Насмеялся. Испанский сапожок. Железная дева. Аист. Сплошная показуха. Достаточно ведь знать минимальный набор болевых точек, чтобы добиться нужной информации. Ну вот хотя бы с помощью этой ручки. Я знаю, что вы многим обязаны вампиру. Я знаю, что вы его боитесь. И ни при каких обстоятельствах не станете отвечать на мои вопросы. Я ничего не знаю. Правда? Ну уж извините. Вам показалось, что я закончил, но это не так. Я только начал. Перебивать людей — это невежливо. Согласны? Да нет! Нет? Да то есть чёрта! Благодарю вас. Итак, продолжим. О чем это я? То, что ваша предвыборная кампания проведена на деньги вампира, это факт. То, что вы совершенно бесстыдно лоббируете его интересы, это факт. То, что вы сейчас знаете, где находится вампир, это тоже факт. Мир полон фактов. Мир определен фактами. Итак, где сейчас находится вампир? Значит, есть новость, но она плохая. Забыл.
Рутику. Мою возьми. Где находится вампир, мы знаем. Но нам это ничего не дает. Почему? Потому что находится он в подвале одного очень хорошо охраняемого особняка. Бывшая генеральская дача. Подвал не просто подвал, а бомбоубежище. По периметру объект охраняет большое количество хорошо обученных людей. Учитывая, что официально штурмовать здание мы не имеем права, возможности подобраться к вампиру у нас нет. Возможности всегда есть. А хорошие новости есть? Вампир и без нашей помощи очень скоро покинет мир живых. Подробнее. Неоперабельный рак легких. Последняя стадия. Сколько? От 2 месяцев до полугода. Это уже плохо. Чем плохо? А тем, что если убрать неожиданно, вся организация посыпется. Кресла начнут делить, между собой схлестнутся. А вот что будет, если... Что он в преддверии собственной кончины отчебучит? Кого преемником поставит? Здесь одному Богу известно. В общем, убирать надо сейчас. И чем быстрее, тем лучше. Савелий Андреевич, я бы хотел уволиться. Алексей, я настоятельно рекомендую все-таки не путать личную жизнь и работу. То, что вы расстались с девушкой, должно сделать вас сильнее. А вы хотите в самый решающий момент дезертировать? Вы откуда знаете? О своих подчиненных я должен знать все. Леш, действительно, бортанула тебя баба. Ну, с кем не бывает. Но работа-то здесь каким боком? Я не хочу больше никого убивать. Старший лейтенант Ронин! Вы солдат или визажист-парикмахер, мать вашу? Я тебе еще ни одного человека убить не приказал! Это нелюди! Не хочет он. Совесть у него проснулась. А что будет, если эту гадину жить оставить? Здесь тебе совесть ничего не подсказывает? Нет? Ангел, твою мать! Крылья не мешают? За косяк не цепляют, когда в дверь заходишь? Нимб не жмет? Махатма Ганди. Пацифист-хругвеносец. Толстовец недоделанный. Мандалай-лама выискался. Нашел время. В общем так, прямой тебе приказ. Убираешь главного и катись на все 4 стороны. На валам езжай, грехи замаливать. Приказ ясен? Так точно. Вопросы есть? План дома есть? Где он живет? А схема водных коммуникаций? Ты что туда, по трубам решил просочиться? Не совсем, но... Есть одна. Thank you.
Здравствуй, Лёш. Я тебя ждал. Сделай так, чтобы этого лутеноса, которого они вчера с братом взяли, образцово-показательная из тюрьмы выпустили. У парня обостренное чувство справедливости в жопе играет. Пусть посмотрит на торжество правосудия. Сам к нам запросится. А если не запросит, будем валить. Лазерная прослушка снимает колебания оконных стекол. Очень удобная вещь. Поздновато ко мне эта запись попала. Я мексиканца на фарш пустил. Думал, его отпустили, потому что сказал что-нибудь. А это, оказывается, Котов к тебе так подбирался. Удивлен, солдат? Все войны на свете просто столкновение деловых интересов. Один ты за справедливость борешься. Не одиноко? Подожди. Еще минутку. Куда торопишься? Убираешь главного и катись на все четыре стороны. Котов не просто хочет убить меня. Он хочет занять мое место. Там в сейфе все материалы. В качестве официальных доказательств они фигурировать не могут, но на большинство твоих вопросов ответят. Приказ ясен! Все, кого ты убил, все это личные враги или конкуренты Котова. Очень примитивно и скучно. Много-много красивых слов, а на самом деле все просто жрут друг друга. Знаешь, в чем единственная разница между мной и твоим начальником? Я много плохого в жизни сделал, но без помощи государства. Я корками должностными не прикрывался, а так честнее. Если ад есть, то мы с ним в разных котлах вариться будем. А это уже неплохо. Все, Леш, выполняй приказ и иди домой с совестью договариваться. Устал я. Зачем жил? Не понимаю. Так ты вампира завалил, да? Поговорить с ним успел. И давно ты в этом деле? Полгода. А мне что не сказал? А зачем? Дурак ты. Я ж Зорро. Ну и что дальше думаешь? Не знаю. Котов, он же полкан МВД. И сколько там еще? Знаешь, чем это грозит? Это гроб с музыкой в лучшем случае. Ты же не думаешь Котов со всей его компанией валить? Не думаешь? Забудь об этом деле, братан. Я тебе говорю. Повел, что ли? Мочить будем этих пидорасов, пока не прочухали. Давно об этом мечтал. Братва! Братва! Давайте по очереди. Братва! Давайте я первый говорить буду, ладно? Вампира нет. Гражданскую панихиду потом справим. У нас два пути. Либо разделяемся и остаемся жить в старых границах, как жили раньше, либо выбираем нового капитана. Ага, ты себе место заставил, да? Сам рулить хочешь? Ты что, самый умный? Хорош, базарить. Официально заявляю, ты и ты, пошли вон. Вы сами отлично видели, что с вампиром сделали. Я следующим быть не желаю. И вами рулить я не хочу. Сразу поясню. У меня все в порядке. И лучше жить не хочу. У меня есть кандидатура. Что, гаврики, не ждали? Как дела, Михайлович? Вопросы решать надо. А решим. Да. Привет, Леша. Добрый вечер, Савелий Андреевич. Ну что, поздравляю с успешно выполненной операцией. Таран, поздравляйте.
что так? У меня прямой приказ. Устраняешь главного, можешь быть свободен. Я солдат и выполняю приказы безоговорочно. Так что извините, Савелий Андреевич, но вы на очереди. Жаль. Жаль. Оба ведь в ад попадем. Так что до встречи, Леша. Начали. Играет. Говорит старший лейтенант Алексей Ронин. Кто руководит штурмом? Капитан милиции Лабин. Я тебя знаю. Я тебя тоже узнал. Поэтому ты до сих пор жив. Не слышу тебя, братан. У нас приказ работать на поражение. Там пацаны мои живы. Все, я пока по бронежилетам стреляю. Значит так, даю тебе одну минуту, потом выходи. Тогда даже бить не будем. Опа! Что я тебе не знаю, братан? Упакуем в нормальном виде. Если Ваньку будешь валять, придется валить. Я подумаю. Давай, подумай. Пацаны, переходим на запасную частоту. Замыкай! Что это? Нажми, увидишь. Хераси. Не на такой профиль. Я смотрю, ты подготовился. Знал, что штурмовать будут. У тебя какие отношения с соседями? Сейчас посмотрим. Ребята, что случилось? Привет, что ли? Гейм овер, Светка! Вещи собирай. О, здорово, Сань. Как дела? Иди немножко ломал здесь чуть-чуть. Ты не ссы, я починил. Пусть там где упал опять! Кого? Ё-моё. Давай. Быстро! Сваливай. Подними по своим каналам. Ну где-то же он проявляется. Еду покупает. Девка с ними приемка. Тихо. Подруг школьниц поищи. Как дела? Имейл и прошерсти. Нормально. Ну сам все знаешь. Он где-то рядом. Пойдем отсюда. Он по банку. Хорошо. Я отвечу на все вопросы, но сначала хотел бы сделать заявление. За последние две недели при различных обстоятельствах погибли трое представителей высших чинов МВД. Это полковники Горават,
Савельев и подполковник Викоев. К сожалению, установить связь между этими смертями не представляется возможным. А досужие домыслы прессы о том, что появился якобы некий мститель, который целенаправленно уничтожает сотрудников МВД, я лично считаю абсолютно безосновательным. Плохо работаем, Людвиг Карлович. Мне кажется, я вижу решение проблемы. Тебе кажется? Или ты можешь ее решить? Я могу ее решить. Два дня даю. Или ты зароешь этого пионера-героя. Или самого закопаться заставлю. Простите, ради бога. Это я вас разбудил или вас кошмар замучил? Спокойно. Оружие на пол. Оружие на пол. Здесь пластида хватит на все здание. Так что лучше меня не нервировать. На выход. Отпущу кнопку. Будет братская могила. Эвакуируйте здание. Даю 2 минуты. Быстро! Да. Я понял. Спасибо. Мне казалось, ваш избранник будет умнее. Савелий Андреевич, вы не могли бы зайти ко мне через пару минут? Да, я уже знаю, это блеф. Уверен, Савелий Андреевич. Алексей, я же предупреждал вас о вреде постоянных отношений. Кстати, не объясните мне, что это за маскарад? Дополнительная страховка. Алексей, вы что, забыли? Солдата делает неуязвимым то, что он уже мертв. Вот здесь. Я не боюсь смерти. Своей, да, а их? Их? Вы ему не сообщили? Сентиментальная девушка. Держала на прикроватном столике. Срок 8 недель. Поздравляю вас. Может, все-таки снимете жилет, а то ведь и правда рванет. Я хотела сказать. Девушка, можно потише? Это государственное учреждение все-таки. Ты рядом не сказала.
Если будет сын, послушай. Пусть будет кем угодно, только не солдатом, слышишь? Слышишь? Беги, беги! Нет! Беги! Беги! Людвиг! Людвиг Кар... Доигрался. Шеф, это чё? Опа! Четвертый месяц длится судебный процесс. По делу Сергея Лунина. Чехоровский, который расстреливал чиновников, банальный террорист. Шести бывших чиновников неизвестны. Целая группа людей была в сговоре с организованной преступностью. Я вам поясню, почему они стреляют. Предъявленные обвинения. Показывают грошовую зарплату, живут в особняках. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили известного адвоката. Было верно, что что-то поменять. Ничего, что я просто, а то один вот так вот. А государство на это все смотрит сквозь пальцы. Хорошо, я могу сказать, что полностью оправдательный приговор нереален. И срок? Ну, конечно, боитесь говорить об этом официально. Я? А может проблема в том, что крохотная зарплата? Он хотел стать Зорро. Он стал. В огород будет копаться. А где вы деньги возьмете? Так не бывает. До свидания. Продолжается разбор завалов в здании УВД. Были обнаружены тела подполковника МВД Людвига Вингена и полковника Савелия Котова. Останки Алексея Ронина, по предварительным данным, пронесшего бомбу в здание, обнаружить пока не удалось. Взлетаем, закройте, пожалуйста, ноутбук. Если хотите, можете смотреть фильм в полете. Хорошо. А что будут показывать? На ваш выбор. У вас есть какие-то пожелания? Ну, что-нибудь. Без стрельбы, если можно. Да, конечно. Хорошо. Хорошо.